старший Дмитрий Яковлевич, помощник командира взвода роты противотанковых ружей моторизованного батальона автоматчиков 62-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии, гвардии сержант. Родился в деревне Косогор Чусовского района Пермского края 26 июля 1909 года. Работал на нефтепромыслах, в пожарной охране в поселке Верхнечусовские городки. На фронт ушел в июле 43-го года. Весь боевой путь прошел в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Воевал на Брянском и Первом украинском фронтах, принимал участие в Орловской наступательной операции, освобождении Украины, Польши. 21 марта 1944 года близ населенного пункта Скала Старый гвардии сержант Барышев вместе с бойцами незаметно проник в расположение немцев и подбил два вражеских танка. Будучи раненым, оставался в строю и руководил преследованием отступающего неприятеля. В июле 44 года в боях за город Львов Дмитрий Барышев и его взвод уничтожили свыше 20 гитлеровцев, 9 огневых точек и автомобиль с боеприпасами. Барышев Дмитрий Яковлевич – полный кавалер Ордена Славы. После войны вернулся на родину и служил в пожарной охране.